Хрупкое перемирие между московскими криминальными кланами рушится, и война разгорается с новой силой. Причина этой войны – некий красный список, который ищут все, в том числе Дронго. Поиски красного списка приводят его в Нью-Йорк. В помощь Дронго присылают агента Интерпола Элен. Но Рябой, лидер славянской группировки, похищает ее. Вместе с наемным убийцей Цаплей и вором в законе Клыком Дронго готовит освобождение Элен. Дело стремительно близится к развязке. Никто отсюда не должен выйти живым. Живых не будет. Тише, ради бога! В чем дело? Где Гольдберг? Где этот вшивый юрист? Почему нас подставили? Где обещанный мир? Что происходит? Отвечай! Отвечай! Отвечай, что происходит? Красный список. Красный список. Красный список. Сделал. Да. Вот новые документы. А мелочь? В аэропорту Ричмонда. Ячейка 21. Бабки старые. Все в порядке. Все чисто, Рябой. А остальные? Как и заказывал. На 7 счетах. В Гибралтаре. В Боготе. В Сингапуре. В Каракасе и на Кипре. Ну и Фейс. Не очень-то на меня похож. Ничего. Сделаем сейчас. Будете как близнецы. Сойдет.
Разберись с водителем. Куда вы? Сейчас моя очередь. Заткнись. Сядь. Где этот дятел? Кто? Гольдберг. Яков Аронович должен скоро подъехать. А вы кто? Да пошла ты. Придурок. Хулиган. Мир, а? Где твой обещанный мир? За это тебе деньги платят, да? Руки убери! Я сам ничего не понимаю! Что за руки? Что? Михо убили, Арчила, Саркисяна, Багирова подорвали! Что теперь, моя очередь, да? Моя очередь! Успокойся! Что успокойся? Я как в бункере живу, мои люди неделями не спят! В сортир с волыной хожу! Руки. Я прошу тебя, не ори, не ори. Видишь, люди кругом, нехорошо. Я у Багирова был. Я знаю. Он мне все время по красный список толдычил. Что там в последней очереди? Я, да? Записан. Сынок. Сейчас меня или кто? Кто в очереди? Исчезни там? Из Москвы на время. Исчезни, дурачок. А я тебя найду. Что происходит? Найду тебя. Сам найду. Найду! Черт, твою мать! Ну, какую еще гадость ты мне приготовила? Яков Аронович, вам какой-то странный факс. Откуда? Из Нью-Йорка. Читай. Не умри раньше меня. Ступай.
Эй. Чего? Туалет хочу. По маленькому или по большому? А тебе какое дело? Ну, по маленькому. Тогда давай здесь. Да. А трусики ты мне тоже снимешь? А что, могу и снять. Ну, тогда снимай. Ну, что ты остановился? Надо искать. Ключи давай. Ключи ищи. Ищи. Давай. Подними его. Ну, давай. Переверни. Давай. В кармане. Ну, еще. Еще. Переверни. Нету. Поворачивай! Пистолет! Достань мне пистолет! Скорей! Пистолет! Давай! Давай! Помоги мне! Что? Помоги вперед! Ну, давай! Вытяни руку! Ну, вытяни еще! Вытяни! Еще! Давай! Иди проветрись, а я с ними посижу. Что за черт? А вы останьтесь. Да где же они? Не суетись. Скоро подъедут. А, вот они. Смылся Рябой. В его офисе один ветер гуляет. Ни его, ни его людей. Мразь ползучая. Быстро на завод. Стреляет, сучка. Ну-ка, попробуй автоматом. Thank you.
не пойму. Чистильщик со своими людьми стоял наверху. Потом вдруг в котельной началась стрельба. И все рванули туда. Какая стрельба? Да минут 10 назад. Постреляли немного, потом все стихло. Раз стрельба, значит, Элен. Она без стрельбы не может. Чего мы стоим? Надо скорее туда. Погоди, может, и рекой там? Не знаю. Пошли. Не спеши. Чего не спешу? У меня там жена. Не суетись, Клык. Он у нас самый умный, в законе. Пусть решает. Умирать-то как неохота. Только начали с Клочковым жить по-человечески. Как говорит один мой друг, все будет хорошо. Или нет. Но тогда все будет очень плохо. Ну, ты успокоила. Я тебя не успокаиваю. Нам в жизни осталось ровно столько, сколько у меня патронов в обойме. Эй, фрирок! Давай чистильщика! Побудь здесь. Палач. Присмотри за ними. А ты что здесь делаешь, палач? Где Рябой? Как где? У себя в клубе? Приведи Риту. Палач! Рябой приказал отдать женщин только в обмен на Крылова. Слышал? Нет. А что? Вроде шум какой-то. Да девки, наверное, шумят. Пойду посмотрю на всякий случай. Если что случится, чистильщик потом горло перережет. Thank you.
Чистильщик, плохо ты гостей встречаешь. Спускайся, поговорим. Палач, дураков нет. Дураки все в России остались. Ну ты вообще оборзел. Палач! Палач! Спокойно, палач! Спокойно, спокойно! Мы так перестреляем друг друга. Вы у меня здесь как на ладони. Сейчас позвонит Рябой, и мы все решим. Мне отсюда вас легче достать. Никогда не знаешь, где легче, где труднее. Оружие! Не стреляйте, все нормально. Мы сдаемся. Вниз! А ну, клади винтовку! Медленно! Пошевелитесь, всех взорву!
Что взяли? Нате, выкусите! Никому не двигаться, пока не уйду! Всем стоять! Все будет хорошо. Или нет, но тогда так все будет очень плохо. Так и должно было быть. Это за Киаскёршу. Поедешь со мной? В Твилисе у меня никого не осталось. Не поеду я. Здесь, в Америке, останусь. Да. Когда ты уезжаешь? Через 4 часа. О, уже через 3,5. Возвращаю тебе твои боевые потери. Задержаться не можешь? Ну да, я понимаю. Тебе нужно закончить работу. Работа, 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 работа. Ты знаешь, я... Ну, мне показалось, что между нами возникли какие-то другие отношения. Тебе всегда относился с нежностью. Спасибо и на этом. Ты все еще не можешь забыть Натали? Я ведь знаю всю вашу историю. Мы тогда запутались. Выясняя отношения между нашими разведками. Да, я знаю. Тогда было принято решение ликвидировать тебя, и... И она решила меня спасти. С тех пор прошло много времени.
Ты что, до сих пор не можешь забыть ее? Мне что, нужно погибнуть, чтобы ты стал относиться ко мне по-другому? Да нет, конечно. Не говори глупости. Я просто не приспособлен для семейной жизни. Я должен жить один. Это зависит только от тебя. И еще от женщины, которая будет рядом с тобой. Хочешь уезжать? Уезжай. Все будет хорошо. Или нет. Но тогда все будет очень плохо. В чем дело? Яков Аронович, к вам посетитель. Кто-нибудь из постоянных клиентов? Я его раньше не видела. Ну тогда в чем дело? Объясните этому господину, что для решения его вопросов есть адвокаты в юридических консультациях. Я не принимаю без рекомендации. У меня есть рекомендация, Яков Аронович. От Масишвили. Ступай. Интересно. Рекомендация от покойника. Простите, вы случайно не с того света? Я еще не успел. Хотя некоторые ваши знакомые очень надеялись меня туда отправить. Вы знаете что, давайте без этой дешевки, а? Некоторые знакомые. Я адвокат. И разумеется, что среди моих клиентов есть люди не всегда соответствующие моральному кодексу весталок Древнего Рима. Кстати, насчет весталок. За нарушение моральных норм их закапывали живыми в землю. А после 40 они могли нарушать обеты безбрачия. Вам ведь уже исполнилось 40 лет, Яков Аронович. Какая глубокая эрудиция, молодой человек. А вы случайно не перепутали здание? Библиотека на противоположной стороне. Кто вы и что вам надо от меня? Вы знали Михо Масишвили? Вежливые люди сначала представляются. Мое имя вам ничего не скажет. Да, я знал Михо Масишвили. А вы, простите, из ФСБ или из МВД? Хотя нет. Для милиции... Вы слишком хорошо знаете историю весталок Древнего Рима. Что вам от меня надо? Хочу вам рассказать одну интересную историю. Послушайте, вы. У меня слишком мало времени. Ну, хорошо. Если вы так настаиваете,
Рассказывайте и будьте здоровы. Много лет назад молодой тогда еще адвокат Яков Аронович Гольдберг защитил молодого преступника Масишвили, коронованного впоследствии как Михо. Масишвили обвиняли по статьям грабеж и групповое изнасилование. Вы убедили суд, что грабеж был, но в изнасиловании Масишвили участия не принимал. Надо знать законы воровского мира, чтобы понять, какую услугу вы оказали тогда Михо. Обвинение по такой позорной статье не позволило бы ему короноваться. Вы спасли репутацию вора в законе и оказали ему неоценимую услугу. С тех пор вы во всем поддерживали друг друга. Вы посмотрите на него. Ну, прямо мастер разговорного жанра. Просто новый Ираклий Андронников. Что вы хотите? За время своей карьеры я защитил больше 1000 человек. Это моя профессия. А вы у всех принимали документы на хранение? Какие документы? Документы? О чем вы говорите? Слушайте, что вы от меня хотите? Либо говорите конкретно, либо убирайтесь. Красный список, который вам дал Михо перед своей смертью. Какой список? Я клянусь вам, я первый раз в жизни об этом слышу. Ну, не надо. Яков Аронович, вы же умный человек. Нет, я сойду с ума. У меня нету. У меня не может быть никакого списка. Слушайте, да, все, до свидания. А ведь Рябой может догадаться, что он у вас. И другие могут узнать. Подожди, мы еще не закончили. Вам кофе принести? А кофе, да. Какой кофе? Какой кофе? Закрой дверь! Закрой! Кофе. Кофе. Все, я только сейчас понял. Вы решили, что я еврей-тысячник, да? Ну, на каждую 1000 умных евреев бывает один идиот. Но это такой идиот, что дальше уже некуда. Вы ошиблись. У меня никакого списка не было и нет. А вас я не знал и знать не хочу. Все. Вы правы. Только не хочу, чтобы этим идиотом оказались именно вы. Всего хорошего. Не до тебя. Яков Аронович! Отстань! Вячеслав Николаевич, нельзя закрывать этого дела. После убийства Саркисяна, ареста Матроса, мы выходим на другой уровень. Это в компьютерных играх, милый, другой уровень. А у нас процессуальный кодекс. Но ведь это у него в банке по приказу Матроса вскрывали ячейки. А Матрос – человек Рябова. Да пошли они все, знаешь, куда. Рябой, кривой, слепой. Все, я свое дело сделал.
Ухожу преподавать, между прочим, в Академию МВД. Вот так. Буду обучать молодых щенят. А, как кость на лету хватать. Да лаять не громко. Вот ты никогда не будешь генералом. А я и не хочу быть генералом. Ну и дурак. Ну-ка, пой сюда. Ты скажи спасибо, что я после убийства Лазарева я с тебя погоны не сорвал. И с работы не прогнал к чертовой матери. Вообще, опомнись, оглянись. Коллеги не поймут, начальство не оценит. А вы считаете, лучше в академии отсидеться? Конечно. Оклад выше, голова цела. Ты что думаешь, я сам таким не был? Но мне однажды быстро объяснили, что к чему. И однажды понял это на всю жизнь. О, вот что тебя ждет. Понял? Хотя тебе, может, и повезет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, если капралом, если капралом не дойдет. Как хорошо быть генералом. Ключи от ячейки. А вот если здесь... Хорошо. Давай, давай. Ну, давай. Да пусти ты. Вы что-то потеряли? Яков Аронович. А знаете, вы мне сразу не понравились. Я подумал, если человек знает про весталых Древнего Рима и одновременно занимается такими гнусными делами, это очень опасный человек. Я же вас предупреждал, чтобы вы были осторожнее. Наверное, красный список выкрал кто-нибудь из ваших благодарных клиентов. Господи, какая же вы сволочь! Мало того, что он украл документы, он еще издевается. Но напрасно. Напрасно вы это сделали. Напрасно вы их взяли. Ах, какая теперь начнется охота за таким образованным человеком, как вы. Я как-нибудь переживу. Из этих документов погибло столько людей. Михо, Лазарев, Саркисян, генерал, Арчил, Гогия. В коме лежит Багиров. Я не думаю, что вы тоже хотите оказаться в этом скорбном списке. Неужели человеческая жизнь стоит дешевле, чем наркотики? Вы что, хотите установить мир и благоденствие вот таким способом?
Хочу. Во всяком случае, стараюсь. Я думал, такие люди, как вы, уже перевелись. К сожалению. Вам повезло. Вы видите перед собой один из таких экземпляров. О, вы всерьез думаете, что не существует копии этого списка? Конечно, существует. Не адвокатское это дело хранить у себя копии красного списка, Яков Аронович. Как бы я хотел иметь такого клиента, как вы. Пути Господни неисповедимы. Всего хорошего. Счастливо. Я слушаю. Господин Дронго, вы не могли бы первым же рейсом вылететь в Брюссель?